Итак, все готово к началу этой встречи. Джордан Морган против Майкла Эрика. И стартовый спортный остается за ЦСКА. Данил Хэкет. Морган. Не остается Дэниел Хэкет, а Карл Уайт заряжает 3 и забивает. Артем Клименко. Гелия против Уайта не решил играть 1 на 1. Пытался сделать скидку, но мяч перехвачен Униксом. Джон Холланд не забил. И Джордан Морган одной рукой, одним касанием. Уайт против Шенгелии. Сведение бросает, а Карл Уайт неточный. И Георгий Жбанов на подборе. И это сигнал. Никита Курбан. Против Джона Холланда играть 1 в 1 не решился. Сделал передачу на Хэкета. Хэкет в угол Ивану Ухову. 2 секунды до конца атаки. И Ухов попадает издали. Все-таки не стал заказывать против Майкла Эрика. Эрик вновь высоко выходит. Холланд трешку через Курбанова. С фолом забивает. Вау, Джон Холланд. Получает передачу вниз на Майкла Эрика. Эрик против Джордана Моргана. В общем, Майкл Эрик здорово умеет такие эпизоды. Набрал, но какая передача! И Джордан Морган вколачивает мяч сверху. 13-10. Пытаться растянуть 3-секундную зону. Олан! 3 очка! Заходят. Не получилось этот навес от Жбанова обработать. Сергеев. 2 очка под 45. Сергеев самостоятельно. 4-й 3-очковый Уникса. И уже плюс 9. Без Павла Антипова. Ну и Джон Браун точно со средней. 12-21 уже счет. Минуту 40. Будет ли играть 1-1? Да. Клайберн против Сергеева. Тут есть двойная опека. Как Клайберн выйдет из этой ситуации? Пас на Ухова. И Ухов 2-ю кряду из этой же точки, из левого угла. Олан. На этот раз перебросил. И Фокман разгоняет быстро атаку. Пас на Семена Антонова. 17-21. Минус 4. Дача Фокман. Хоменко. Дальше на Ухова. Ухов. Ой, как элегантно! Иванухов уходит от оппонента и забивает. Итак, вот тем не менее, Уилл Клайберн уже под кольцом и забивает. Ухов под кольцо. Уилл Клайберн отдавал ему передачу. И Ухов набирает уже 10 мяча в игру из-за лицевой. Эффективно. Если ли сейчас армейцы, ответ поступил. Давайте, какой пас от Йоханнеса Фокмана. Неожиданно для защиты решения. Кэнон еще один бросок с игры. На этот раз 3-очковый забивает. Банов, Антонов, Хэкет, Клайберн и Шенгелия. Такая большая. Ой, и Фокман остается ЦСКА, а Джон Браун вколачивает сверху. Теперь 25-31. Зоной. Зоной стоит. Стоят казанцы. Именно 2-3. И Дэниел Хэкет 3-очковый реализовал. 13 минут совершил аж 9 потерь. При том, что армейцы совершают чуть меньше 12 в среднем за игру. Фокман на Клайберна. И Уилл забивает. Да, такая башня при зонной защите. За руки Никита Курбанов. Но все в рамках правил. Смит со средней. Его излюбленный бросок, но не получился армейцы. Кстати говоря, счет сравняли. И Клайберн может вывести ЦСКА вперед. Эффектный разворот. И 33-31. Это называется... Да, большие после заслона проваливается на дугу. 2 заслона получает Джамар Смит. И уходит от Йоханнеса Фокмана. Антонов все-таки не успевает. А Фокман своей монеты. Армейцы доводят мяч в этой атаке до броска. В быстрой контратаке. Правда, Хэкет мажет. Кэнон! Воу! Какой темп берут команд! Клименко. Помогает Смиту заслоном. Проваливается внутрь. И Дэниел Хэкет решил посмотреть на этот момент с первого ряда. А Клименко хватает технарь. Ну, не стал идти до конца. Бросает со средней дистанции. Опять подбор в нападении за ЦСКА. 4-й отскок нападений забирают армейцы. Клайберн 3-очковый забивает. И это 3-й треугольник Уилла Клайберна. Мяч в передовой зоне. Курбанов. В нем сразу 2 соперников. И армейцы здорово разбрасывают мяч по периметру. Хэкет. Итак, Клайберн. Ну, типичная для него ситуация, когда оставляют Уиллу пол площадки для обыгрыша.
Он внутрь идет, передачу не стал, а здесь пытался перевести на Джона Брауна. И перехват, контратака ЦСКА. Йоханнес Фогтман с двух рук вколачивает сверху. Уилл Клайберн, 51-42. Атака Уникса. Джамар Смит как эффектно убирает Шенгелю кроссовером и забивает с дальней дистанции. Ну как убирает? Кэнон против Ухова. 7 секунд остается играть. Браун ставит заслон. Размен. Кэнон! Через вторники Шенгелия. Две супер-трешки. На Клайберна. Клайберн, скорее всего, будет броском завершать первую половину. И трехочковый! Вау! Перестрелочка у нас была в концовке этой четверти. Уилл Клайберн. Большие проблемы со здоровьем. И он вынужден был отправиться в раздевалку. Вот, во избежание, опять же, лишних догадок и мыслей. Браун, Айзей, Кэнон. Но мяч до Брауна доходит. Неудобная передача. И Уилл Клайберн будет заносить. Проходит. Все-таки 24 у него становится в декабрьском матче 2018 года против Локомотива. Джон Браун выигрывает отскок. Один фол пока у Джона Брауна. Вот он, скорее всего, действительно очень много времени сегодня получит. Дэниел Хэкетт! Еще одна треха в его исполнении. Собственно, уже третья. Дальней дистанции всего 10 очков. Ну а здесь Ухов совершает перехват, убегает в быструю атаку и делает на Шенгелю. Теперь уже пас. И Торнике с двух рук вколачивает сверху. Вот это старт. Оба трехочковых смазал. Но, кстати, сделал 6 результативных передач. Вот, что я не отметил. Действительно, был в этом аспекте очень хорош. Джон Браун. Способы обыгрыша использует для баскетболиста своей позиции. Уилла Клайберна накрывает Акара Уайт, выходивший на подстраховку. Ну а только Шенгелия. Кэнон. Высоко заступает Фогтман. Смит через Ухова треху забивает. Джамар Смит. Фогтман Курбанову. 5 секунд до конца владения. Курбанов не забил, но Шенгелия на подборе. Новая атака ЦСКА. 5-й подбор в нападении для армейцев. И Торнике забивает. Курбанов и Клайдер. Сергеев. На Жбанова трешечка летит от Акара Уайта. И заходит эта попытка. Идет тот в угол Фогтману. Йоханнес в этом матче пока с дистанции не забивал. Семен. Ну и еще 2 очка после подбора нападения у ЦСКА. Или пробежка Шенгелии. Да, скорее всего, то был бы бросковый фол. А Джордан Морган вколачивает сверху. У него теперь тоже 10. Курбанов на заключительную защиту готовится у ЦСКА появиться. Ухов на Фогтмана. Йоханнес. Высокая траектория и точный трехочков. И важный момент, что Джордан Морган получил уже 4-й фол. А Александр Хоменко. Фогтман на Шенгелию. Джон Браун выходит. Играть высоко. Шенгелия на Ухова. Ухов издали. Точен Иван. 25 под 50%. 48. Если быть точным, Узинский ответит ли через Клайберна? Да! Забивает Дмитрий Узинский. Показывает Клайберну подняться и увести своего защитника. Говорит, можно я разберусь один в один, Торнике Шенгелия. И, пожалуйста. 3 минуты 20 секунд сыграно в четвертой четверти этого матча. Клименко помогает заслону. Довольно высоко он его поставил и видит врывание от Джона Брауна. Своевременная передача. Хэкетт уводит за собой двоих. Фогтман не стал бросать. И отличнейшая ситуация для того, чтобы Торнике Шенгелия вколотил мяч сверху с двух рук. Клименко обманул здесь Фогтмана. Вместо заслона совершил короткий кат под кольцо. And one Джона Брауна. Шенгелия улыбается действительно. Еще одна ситуация мисс-матча. Ухов на этот раз трехочковый решил бросать и не прогадал. 16 очков, 4 из 7 у Ухова в начале января. И как раз в последнем матче Единой Лиги ОТБ домашним против... Точнее, в последнем матче Единой Лиги ОТБ против Калева. 5 россиян у ЦСКА на площадке прямо сейчас. Хоменко делает паузу, остановочку, пас на периметр и... В итоге Семен Антонов находит Никиту Курбанова. Во счету Колесников. Решил сделать все-таки удар. Атаковал, но не забил. И теперь со средней дистанции пробует набрать для себя первые два. Уникс пропускает для себя много.
говорил я о том, что 73 в среднем за матч. Ну, а сегодня уже 97 здесь обокрали. Он смотрит на арбитра, был у него там контакт с Сергеевым, Иван даже равновесие потерял. Хоменко эффектно и заваливает средний, аплодирует скамейка. 99-82, пор за ЦСКА, еще один отскок в нападении за армейцами. Антонов на дугу, Хоменко абсолютно свободен и набирает. Сразу 102 Александр Хоменко, всего у него в этом матче. Так, Антонов. Отдают возможность пик-н-роллу пройти, и Джордан Морган с фолом забивает. Ну что, все. Без атаки уже ЦСКА одерживает уверенную победу над Униксом в домашнем матче. 102-86.